Где Климент Брюховец исполняет песню «Битва. Ее глаза». Это одна из его любимых групп. Репертуар юноши состоит из лирических и минорных произведений. Как только Климент выходит на сцену, в зале воцаряется необычайно трогательная атмосфера. В коллективе Беркана он уже около 7 лет. Ко дню учителя ребята решили приготовить для своих педагогов творческий подарок. Сегодня 5 октября, и в России отмечается День учителя. В общем, собственно, наш концерт, он посвящен Дню учителя, но поскольку недавно был еще также Международный день музыки, мы решили совместить как бы два повода и сделать концерт. К 6 часам малый зал постепенно заполнялся. Поддержать юных артистов пришли и их родители. Ребята подготовили как хоровые, так и сольные номера. Где ты, мой ангел-хранитель? Возьми, если сможешь, меня к небесам. Для сольного выступления Федин Алексей выбрал песню «Беспризорник». Также мальчик любит исполнять патриотические произведения. Особое место в его репертуаре занимают джазовые композиции. Теплые слова поздравлений Алексей адресует своему педагогу. Дорогая Анжелика Анатольевна, я желаю вам всего самого наилучшего и самого прекрасного. Знаете, ученики вас очень любят, ценят, поскольку вы подарили нам настоящие звездочки. Вы сами сделали нас звездочками. Большое вам спасибо за это. Мы вас очень сильно любим. Коллектив Беркана – это маленькая семья. Они слышат и понимают друг друга буквально с полувзгляда. А потому, несмотря на то, что времени для репетиции было совсем немного, ребята отлично справились с подготовкой концертной программы. Помимо вокальных номеров, воспитанники подготовили и стихотворение. С днем музыки, счастье в душе пусть живет, пусть дарит вам музыка в небо полет, поможет тебе трудности преодолеть, добиться всего, ни о чем не жалеть. Хоровой коллектив растет и пополняется. На сцене малого зала в этот праздник блистала и совсем юная звездочка. Злате Гусихиной исполнилось всего 5 лет. Свой вокальный путь в ДШИ она только начинает. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.